спускаемся к пещере Тадачахлю. Ты помнишь наше состояние позавчера вообще? Все были на грани. Я знаю, мне надо отдыхать не более чем 10. Ну или если Гуля. Хоть отдых, там, очень синяк. А что тебе это не нравится, Миша? Ребята, такой же увлекательный отдых. Больше всего мне начинается не надо на работу. Я хочу туда. Я хочу домой. Маме. Да, Миша спекся называется. Миша как турист кончился. Не знаете куда? Мне если надо, я тут в горы. Ты не завязываешь серьезно? Посмотрите, на горизонте какой-то пуп торчит. Неужели нам туда? Печерье. Сейчас мы пойдем по этой долинке, этот перевальчик. Мы огибаем вечерие Тадачахль. Поднимаемся на ее склон. Ну, по ее склону идем, сейчас небольшой набор высоты. Вот. Открывается вот такая долинка. Вот печерье Тадачахль обогнули. Нафиг он там нужен, пошлите дальше. Ну и пошел. Говорю, что заповедник. Что, только до сюда довезли, что ли? Но через несколько метров буквально от этих табличек мы дошли до развилки налево и прямо. Так я так понимаю, прямо вторая гусеничная дорога. Нам надо, решили, что налево. Ну, судя по отчетам, так же. Пошли, Мишка, надо идти. Сейчас перевалим и там в долину пещеры спустимся. Нехилого мы кругаля вокруг койка сделали. Вот куда-то наверх опять лезем. Длинная развилочка. Здесь дорога ушла направо. Кончилась резко. А там вроде продолжается налево направление. Переходим на нее и пойдем дальше. Перевалим эту плату. Там уже будет все видно. Исток печеры. По табличкам и грань просите, проще пилим. Что вот тропа пошла на понижение. Спускаемся в долинку. Сориентировались. Это вот хребет Мантипунер, по всей видимости. Который нам завтра штурмовать. Болванов не видно. И на той стороне. Андрюха отпугивает медведей. Миша, мы из меди. Это мы идем из той печеры. Кругом тайга. Даже уже дойдем, да. Минут 20 как по лесу валяемся. Ну как валяемся? Дорога. Первый где-то полтора часа по лесу. Место вышли. Непонятно куда. Написано, что по пятам. Ладно, поверим.
А табличку еще купил. Небо просистилось. Удачи, Петра. Там Печора. У нас и мама ждет на море. Thank you.